Так, ну что, коллеги, давайте начинать. В общем, сразу скажу, замысел секции был какой? Ну и такая небольшая предыстория. Вот, как некоторые знают из присутствующих, я вот уже третий год делаю, ну и так развиваю сообщество Дронница. Это подготовка и обучение операторов беспилотников, поставка самих беспилотников, вот разные всякие технические их улучшения, усовершенствования, тюнинг. Вот. И, естественно, средства антидронной борьбы. И вот прошлой осенью обратились бойцы из дружных подразделений с просьбой снабдить их пламегасителями. Почему? Потому что, ну, они в ночное время охотятся на Бабу-Ягу, вот, а, так сказать, в стандартный ДТК на калашников, он демаскирует в ночное время стрелка во время выстрела. То есть выстрел видно, да, светится, и, так сказать, на него прилетает. И, значит, я пошел, как всегда, на базар, значит, за этими самыми дожигателями, понял, что купить их сложно в нужном количестве, стоят они дорого, неадекватно дорого, делают их мало, да, в Ижевске. Вот, соответственно, возник простой вопрос, как их сделать самим и где. Вот, ну, я собрал несколько вариантов конструкторской документации, остановился на том, который, так сказать, специалисты, ну, назвали наиболее подходящим, таким опробованным, и начал искать, а, собственно, где его делать. И вот тут мне подсказали идею коллеги из чемпионата WorldSkills, да, это чемпионат рабочих профессий. Сейчас нас оттуда, естественно, выгнали, как агрессивных агрессоров. Вот. Но вот как бы в то время, пока он был, что после чемпионатов многие хорошие, дорогие станки уезжали потом в колледжи, в учреждения среднего специального образования. И, в общем, в принципе, если поискать, можно их там найти. Ну и вот мы с Министерством образования Новгородской области отработали, нашли, значит, несколько станков, ну, вот, так сказать, такой самый, значит, это ДМЖ-50, значит, пятикоординатный станок, выглядит как космический корабль, стоит столько же, значит, стоит в колледже, накрытый тряпочкой, потому что боятся к нему прикасаться. Вот, значит, ну, что нам оставалось делать? Нашли оператора для таких станков, нашли, собственно, оснастку, закупили сырье, значит, сделали эти самые пламегасители, на соседнем заводе произвели их антикоррозионную обработку, отстрелили, значит, пробную партию на полигоне, подтвердили характеристики, и сейчас мы уже их серийно, вот эти пламегасители, производим на фронт. Причем из хорошего в прошлом году был закон 449, который позволил это все делать легально. То есть мы колледжу, соответственно, эти работы заказали легально. Да, из плюсов, ну, студенты получили деньги, как это, народ, значит, еще поучаствовал таким образом в большом хорошем деле, вот, а мы, значит, загрузили эти самые станки. И вот из этой истории, в общем, достаточно частной и локальной, значит, у меня родился проект, который я подал на конкурс «Сильные идеи». Значит, суть его была очень простая. То есть в стране порядка 3500 учреждений среднего профессионального образования.
Ну, у них, конечно, разное стоит оборудование, они там разным заняты. Вот, всего 3,5, 3, больше 3 миллионов студентов учатся. При этом степень загрузки этого оборудования, ну вот даже по таким замерам, она там в среднем, чисто учебными задачами, процентов 20-25. И если бы мы имели техническую возможность просто мониторить уровень загрузки этого оборудования именно учебными задачами, если бы мы имели базу конструкторской документации на изделие и возможность оперативно создавать и отдавать заказы таким, да, вот, ну, таким исполнителям на разное производство. Если бы мы могли это делать не за бюджетные деньги, а хотя бы за народные, которые, например, собирает УНФ, вот, то мы довольно быстро получили бы такой прирост резерва производственных мощностей для нашего вот сегодня работающей на задачи войны промышленности, измеряемый в тысячах станков, да, в разных, ну, в десятках тысяч часов и так далее. Учитывая, что многие предприятия сейчас работают с перегрузкой, работают в 2-3 смены, то есть такой резерв производственных мощностей был бы, ну, большим, серьезным подспорьем. Но просто проблема в чем? Что Минпром его не видит, потому что учреждения СПО находятся в ведении Министерства просвещения. Вот, Минпром работает с промышленными предприятиями, а не с учреждениями образования. Но это вот только просто один из примеров, который показывает, что, в принципе, если поскрести по сусекам, то разные резервы, как нам нарастить выпуск продукции, вообще перейти от, так сказать, закупок к производству, очень даже есть. Ну и из интересного, этот проект вошел в десятку победителей, то есть он должен был быть представлен президенту, да, с подробным, ну, там был он достаточно подробно расписан, но дальше, значит, у меня возникла дилемма. Да, я думаю, а зачем я это буду рассказывать все публично? Ну вот, так сказать, широкой общественности. И поэтому вот в конечном итоге как бы так получилось, что сами материалы ушли на доклад, а так сказать, как бы его публичная презентация, значит, она так сказать, мы ее снесли от греха подальше, ну, потому что, значит, зачем нам, это же не только, да, мы же не только первому лицу, да, если мы это публично, то мы это еще много кому расскажем, а учитывая, что сейчас он даже в Елабугу прилетает, вот, лучше, ну, его от греха подальше. Вот, такие вещи нужно делать в тишине. Ну, и вот этот пример, я его привел, что называется, для затравки, вот, как некий повод к диалогу вот о чем. Что сегодня здесь собрались спикеры, участники, которые так или иначе занимаются производством разного нужного для фронта. Причем под производством понимается не обязательно буквально физическое производство. Например, вот Александр Раевский занимается производством, по сути, образовательной услуги. Вот, делая сеть курсов первой помощи. Вот, то есть мы производство понимаем достаточно широко. Но вот, конечно, все-таки в первую очередь мы будем иметь в виду непосредственное производство, поэтому Дмитрий Олегович Дацков из компании Rudrons, значит, он будет говорить о трудностях в производстве беспилотной и антибеспилотной техники. Вот. Кристина Олеговна Гладышева из Технофронта, так сказать, расскажет, значит, о том, какие они запускали проекты
Да, что получилось, что не получилось. Ну, вот. Ну и нас еще ждет очень интересный доклад Юлии Владимировны Онощенко, значит, руководитель проекта «Помощь спецназу», собственно, про то, как устроено взаимодействие власти и вот такого народного гаражного ВПК, соответственно, у нас и у наших чудесных небратьев. Вот, что есть у них, чего нет у нас, а хорошо бы, чтобы было. Ну и для того, чтобы задать какую-то вот эту общую рамку дискуссии, я скажу несколько слов уже как организатор научно-производственного центра «Ушкуйник». Значит, вот мы же как входили в СВО? Мы входили в СВО с тезисом: у армии все есть. Ну, причем все есть — это политическая установка. То есть даже когда нет, надо делать, значит, лицо кирпичом и говорить, что все есть по множеству причин. Но дело даже не в том, что есть, а на самом деле не все, а дело даже в том, что характер войны такой, что возникли потребности уже по ходу нее в тех вещах, которые никакими предвоенными планами предусмотрены не были. И как раз наш такой официальный ВПК, он ведь все эти годы был, ну, он был частью, да, таким, да, как это, как в кусочке зеркала, значит, он отражал все остальное. То есть он... Это не был ВПК, который готовит, который, ну, ВПК страны, готовящейся к войне. Это был ВПК страны, у которой армия претерпевала несколько изменений для того, чтобы стать, как это, компактной, профессиональной, экспедиционной, маленькой. Вот. А еще это был ВПК, который работает на экспорт. Ну, то есть, значит, это аналогов нет, которые стоят на форуме «Армия», которые мы все, значит, торжественно, которые нам торжественно показывают по телевизору, которыми мы гордимся, вот, и которые предназначены для того, чтобы произвести впечатление на иностранного гостя, значит, чтобы он побежал за, значит, мешком с деньгами. Вот, то есть, это ВПК, который делал мало, дорого и медленно. Причем в этом медленно большая часть административной составляющей. Ну, то есть постановка, в принципе, любой системы на вооружение. Это НИР, это ОКР, это литера. Вот, это годы. Это годы согласований. Это, значит, невероятно сложная и длительная процедура. Ну, короче, это вот, так сказать, реалии такого многих десятилетий мирного времени. И вот как бы надо сказать, я вот не хочу здесь бросить камень, система предпринимает прям титанические усилия для того, чтобы как можно быстрее перестроиться под задачи времени военного, но все-таки, ну, такой большой корабль так быстро развернуть по определению не получится. И поэтому уже с самого начала, с 22 года, мы наблюдаем тенденцию, как волонтерские группы, которые поначалу просто занимались закупками всего необходимого, ну, не знаю, там, дроны везли из Китая, вот, они все больше начали переходить от такой чисто закупочной деятельности к деятельности производственной. Возник, причем, заметьте, по обе стороны фронта, да, и у нас, и у них, возник такой гаражный или народный ВПК. Вот, я сам в осень, вот этой страшной осенью 22 года, когда были вот эти перегруппировки, Харьков, Херсон, я занимался тем, что в городе Тольятти с мужиками в гараже, значит, устанавливал, ну, как это, чертил, проектировал, значит, и мы устанавливали станину для АГС в кузов УАЗика. Ну, там, спиливается кузов, и такая, значит, вращающаяся станина, значит, и там АГС. Идея такая, что, ну, как это,
как у, значит, братьев из, значит, запрещенной террористической организации ИГИЛ, такая бармалейка, подъехал, отстрелялся, значит, развернулся и уехал. Ну вот, и вот мы сделали, значит, две роты таких бармалеек, так сказать, для самарских бригад 15 и 30, и они под Кременной показали свою, в общем, эффективность, именно когда надо вот очень быстро куда-то подъехать и там отгрузить чего-то, да, сколько-то, в нужную точку, ну, особенно, когда дрон в небе висит. Вот, и это вот прямо... У этого не было вообще никакого, это был очень хаотический процесс. Да, то есть вот есть какие-то мужики с руками, вот есть какие-то другие мужики с железками, вот есть какие-то джиперы, у которых есть эти подержанные джиперские уазики усиленные для бездорожья. Вот все это как-то собралось, значит, сделалось и уехало. Вот, но... Уже вот осенью 22-го начали появляться более крупные истории. Но вот я очень жалею, что не смог все-таки приехать Володя Грубник, да, который, конечно, явление в своем роде, да, потому что, ну вот, самое большое, то есть у него несколько известных, да, таких проектов, но как бы самый значимый в контексте нашего сегодняшнего разговора, я считаю, это «Народная сеть». Потому что, ну, то есть, как он, понятно, занимается и связью, и бустерами, и тем, и сем, но вот «Народная сеть», она чем характерна? Значит, Москсети. Простая вроде бы вещь. И мы знаем даже из медиа, что много кто в кустарном таком режиме делает, так сказать, плетет эти самые Москсети. Но как подошел к вопросу он? Значит, четыре инструктора отправились учиться сначала на официальное, к официальному поставщику Минобороны компании «Нитекс». Скопировали, значит, скрупулезно технологические карты, стандарты. То есть сделали все для того, чтобы те сети, которые делаются в «Народной сети», соответствовали стандартам ИМО. Вот. Дальше единая система закупок, больше 150 подвалов по всей стране, да, ну, таких вот мест, где люди плетут сеть. При этом, значит, служба контроля, и на данный момент они ежемесячно отгружают 4-5 тонн Москсетей. То есть всего лишь в два раза меньше, чем сам этот самый «Нитекс». То есть условно каждая тонна, каждая, ну вот, на две сети, которые поставляет, так сказать, официальный поставщик, приходится уже одна сеть «Народной сети». То есть это объем, это масштаб, это серийность. Вот. И это экономика. Достаточно, ну, я бы сказал, уже привлекательная. И вот, собственно, чтобы уже передать слово коллегам, я бы поставил несколько вопросов на обсуждение. Вот, надеюсь, что и выступающие, и потом те, кто будут задавать вопросы, тоже на них поотвечают. Вот есть официальный ВПК и вырос уже какой-то гаражный ВПК. Они находятся между собой в непростых, сложных отношениях. Ну, проще говоря, смотрят друг на друга, так сказать, свысока. А вы кто? Вот. Могут ли они как-то кооперироваться, могут ли они находить общий язык, есть ли такие примеры? Второе. Вот государство. Как оно к этому всему должно относиться? Что такое это для него? Это вот какая-то мелочь под ногами, которая вот колоски за комбайном, так сказать, бегают, пионеры подбирают. Вот. Или это те самые гаражи, из которых потом вырастут будущие компании-единороги? Вот, да, то есть то самое правильное Сколково, да, правильный инкубатор и акселератор, да, не соевые хипстеры, да, с лавандовым рафом, которые бегают от стартапа к финиш-дауну и от гранта к раунду, да, значит, вот, которых мы навидались за эти 15 лет, вот, а серьезные рукастые мужики с войны. Вот, которые делают устройства в первую очередь для того, чтобы выжить самому и своим друзьям. Вот, да, и желательно еще, ну, и превращают народные деньги в убитых врагов, вот, в ежедневном режиме. Вот. Вот, это очень интересная среда, и она растущая. Причем она растущая и количественно, да, в объемах, в оборотах,
в номенклатуре выпускаемой продукции. Я вот только за последние 3 недели пообщался с 15 разными командами, которые делают разную антидронку. Начиная от простых индивидуальных детекторов, носимых, да, стоимостью там несколько тысяч рублей, да, чтобы боец просто мог знать, что в него что-то летит, чуть-чуть заранее, чем оно, собственно, прилетит. И заканчивая аэростатными комплексами. То есть серьезными устройствами, значит, не просто, да, шарик воздушный, это машина, да, там с газовыми баллонами, с лебедкой, с генератором, ну, вот, которая запускает в воздух эти самые платформы с камерами, там, с радарами, с тем другим. Ну, то есть, и всего этого вчера еще не существовало. И вот поговорить о судьбах этой среды, поговорить о возможных мерах поддержки для нее, поговорить вообще об осмысленной какой-то государственной политике по отношению к ней, о мерах, которые можно предложить сейчас, чтобы вот это как бы дать этой среде какой-то новый импульс. Вот это я и предлагаю сегодня на нашей с вами секции. Ну и прошу, наверное, Дмитрий Олегович, начнете. Спасибо большое. Всем добрый день. Зовут меня Дацыков Дмитрий Олегович, компания RUDRONES. Я из Санкт-Петербурга. У нас сегодня было весьма свежо. В Москве гораздо теплее. Я коротко постараюсь рассказать о проекте. Наверное, это такая обратная сторона дронницы была, которую Алексей с Александром запустили. Собственно, я побывал на первой дроннице, было очень круто. Там было яркое представление новой отрасли, которая на тот момент в стране, ну, по сути дела, наверное, не существовала. Это условно военное применение гражданских дронов и доработка коммерческих стоковых моделей под те или иные задачи. И это же в августе 22-го было, да? Вот, соответственно, возникла идея разобраться в этом вопросе. И когда начали разбираться, выяснилось, что проблем в этой отрасли их несколько. Первый момент – отрасли как таковой не существовало на тот момент. Да? Ну, по разным причинам, сейчас их оценивать не будем. Это была первая проблема. Вторая – отсутствовала коммуникация между условным производителем и условным заказчиком. Да? То есть там существовал черный ящик, соответственно, что меняется, что дорабатывать не знал заказчик, а что нужно доработать, не знал производитель. Вот. Третья большая проблема возникла с тем, что эта отрасль крайне динамичная. Да? То есть это, наверное, одна из самых быстрых меняющихся отраслей в целом на текущий момент и в экономике, и в военной сфере. Это все, что связано с беспилотными системами. Да? Не будем делать акцент только на воздушных. Собственно, и организационно возникла задача, как эту проблему можно решить. Пошли путем создания площадки, причем сделали, ну раз дронница есть, соответственно, на дронице вроде все получается. Вот. И я пошел путем создания площадки для того, чтобы могли общаться между собой разработчики и производители систем защиты от дронов. Там были ровно те же самые проблемы, и, соответственно, первого такого мероприятия мы в 2023 году провели, и потом сделали серию, на которой собрали представителей крупных компаний, там условно, формата и масштаба Ростех, представителей вот этого гаражного ВПК, которые имели самые актуальные разработки, крайне востребованные, но про которые практически никто не знал. Вот упомянутые Алексеем вот эти дрон-детекторы, которые сейчас делаются уже, на самом деле, ничтожными объемами в тысячах штук, да, их надо там сотни тысяч, но они делаются. Вот. И делаются именно этими маленькими компаниями-производителями, а, к сожалению, там официальный ВПК их, не знаю, там, не выпускает, не хочет выпускать, не умеет, не знаю, с чем связано. Вот. И мы постарались решить большой вопрос, связанный с соединением на этой площадке вот этого заказчика, производителя
и постараться этот вопрос профинансировать, да, чтобы компании, которые занимаются разработкой противодронных систем, могли получить напрямую доступ условному к представителю какого-нибудь НПЗ. Да, то есть вот компания занимается, я не знаю, там, детекторами, да, и вот сразу смогли выйти. Это получилось. На самом деле туда потихоньку подтянулись представители регуляторов, да, так как эта отрасль на текущий момент в нормативном плане сильно отстает от необходимости, и представители силовиков от Минобороны, Росгвардии, там, ФСБ и прочее. Вот этот симбиоз в итоге позволил, ну, во-первых, начать поставки достаточно быстро и воинским подразделениям, и гражданским предприятиям, необходима им номенклатура. Во-вторых, это позволило начать налаживать совместно с прочими организациями, компаниями, волонтерскими движениями, кто занимается работой с фронтом, получение обратной связи, потому что, ну, к огромному сожалению, война – это двигатель прогресса, да, и то, что происходит на фронте, в гражданской части нашей страны, оно в этой отрасли, оно приходит там с лагом в 3-6 месяцев. Вот это все вместе в динамике позволило, ну, на самом деле, наладить вот эту площадку коммуникационную и наладить форму обратной связи, что ли, да. Вот. Серия мероприятий оказалась востребованной, вот ее запустили, собственно, в серию, прошу прощения за тавтологию. И на сегодняшний день там расширяем список вопросов, которые там обсуждаются, уже в чисто прикладном характере, что у нас не только нужно защищать объекты от беспилотных систем с воздуха, но и с различных других сред. Наверное, коротко, вот так, чтобы... Полудобавление, полувопрос. Вот вроде кажется, что мы говорим про войну. Но, значит, если у тебя есть дрон, который может быть средством доставки БК и эвакуации раненых с поля боя, читай, у тебя есть аэротакси в городе беспилотное. Да, да. Если у тебя есть средство обнаружения, опять-таки для фронта, которая позволяет обнаружить беспилотник, читай, у тебя есть система контроля беспилотного воздушного движения для гражданских задач. Все именно так. Вот. И в этом смысле можно сказать, что нет ни одной технологии, у которой не было бы вот такого двойного смысла и двойное назначение. Вот Дима, когда начинал, мы в основном, конечно, были сфокусированы все-таки на фронт. А сейчас получается, что основной акцент — как закрыть, защитить гражданские объекты глубоко в тылу, стал вот по беспилотнику. Я здесь добавлю, что если первое мероприятие просто проходило ровно год назад, когда мы приглашали представителей, ну, условно, военные примерно уже понимали, что надо. Да? Представители других специальных служб в целом тоже уже понимали, что надо. Производителей мы нашли, да, вот этих гаражников, и крупных нашли, да, у кого-то. Ну, кстати, на полях крупные, это, как правило, такие же гаражники, то есть такие же мужики из таких же гаражей, но только эти гаражи печатают тоже на 3D принтерах. Да, стоят не на задворках, так сказать, просто какого-нибудь гаражного кооператива, а стоят на задворках большого завода «Алмаз-Анты», да? Я к этому ремарку маленькую сделаю. И ключевое, когда мы, ну, стали приглашать представителей вот этой критической инфраструктуры, объекты, нефтебазы и прочее, они смотрели на нас, говорят: вы о чем вообще, какие беспилотники? Ну вот, это год назад понимание о том, что беспилотник может использоваться как оружие против гражданского объекта, оно было, ну, такое около нулевом уровне. Сейчас уже ситуация меняется, но не на 100%. Да, но спасибо врагу, он нас все-таки учит. А по поводу вот этой ремарки на тему задворок, знаете, очень показательно была армия 2023. Вот я не знаю, тут из присутствующих, у кого получилось ее посетить. Вот огромные павильоны вот этого парка «Патриот», заставлены очень красивыми, блистательными стендами с самой лучшей продукцией, которой аналогов действительно нет. И где-то я не с первого раза просто нашел шатер, в который убрали вот этих всех маленьких производителей отдельно. То есть вот есть, это ощущение было, вот есть для белых людей, это вот в этом, в
в павильонах, а все остальные вот туда. Да, деревенской бедноте вытирать перед входом лапти. Да. Вот. Но, тем не менее, все самое интересное было именно там, конечно. Согласен, да. И очень важный момент, в чем важность вот этого народного ВПК, это, наверное, в этой отрасли как раз очень показательно. Скорость реагирования у таких компаний, она качественно отличается от скорости реакции официального ВПК. В силу объективных причин. А чем меньше, тем быстрее. Спасибо. Ну и... Давайте, Юлия Владимировна, поскольку я уже анонсировал, да, рассказ о как у небратьев. Вот, можно презентацию поставить? Добрый день, друзья. Слышно? Да, слышно. Да. Только меня чуть зовут... поближе к... Да, меня зовут Аносенко Юлия Владимировна. Я волею судеб вплелась в такую деятельность, для себя не свойственную. Я вообще, собственно, до войны была программистом и работала в ИТ-сфере с крупным, с малым, средним бизнесом. Вот. Но СВО заставило своими квалификациями быть полезной родине. И буквально в первые дни я организовала, инициировала проект «Помощь спецназу», потому что я и работала в свое время в одном из ведомств и знаю не понаслышке, как работает система изнутри. У меня осталось много связей, коллег. Вот. И так случилось, что в моих руках оказался ресурс и на стороне силовиков, и на стороне бизнеса. И я сразу в первые дни увидела, в какого масштаба проблемы мы вляпались. Просто потому, что они не умеют разговаривать с другими. И пришлось буквально, в смысле слова, поставить на паузу всю свою основную деятельность и работать в качестве соединительной ткани между бизнесом, государством, да, и силовиками, помогая тем самым ребятам нашим выжить, потому что мы видели, как потерянное нами время в буквальном смысле слова трансформировалось в людей, которых мы теряли. Мы прям видели, как счетчик увеличивался этих смертей. Вот, соответственно, в процессе того, как началась элементарная помощь, мы кормили, поили, одевали, грели, лечили, там одевали в броню. Стало понятно, что этих ресурсов совершенно недостаточно, и нужно, чтобы кто-то очень крупный, собственно, вступил уже в игру и усыновил этот проект. И усыновителем выступила ассоциация ветеранов, Международная ассоциация ветеранов подразделения «Антитеррор Альфа». Я к ним пришла и попросила прямо поддержки, сказав, что, ребята, где спецназ и где я? Пожалуйста, вы спецназ, вот спецназ, мы умеем с ним работать, вы умеете с ним работать, давайте сделаем хороший, большой, красивый проект. И он действительно стал большим и уникальным своего рода, потому что, в своем роде, потому что в одном месте сошлись очень сложные ресурсы. Это деньги бизнеса, это умение коммуницировать, это умение управлять и непосредственно те самые скрытые таинственные силовики, в руках которых сосредоточена очень большая власть. И мы стали учиться все это дело соединять. Почему я выступаю в этой секции и вообще рассуждаю на тему мобилизационной экономики, да, и гаражного ВПК? Потому что за это время, собственно, мы успели поработать практически со всеми ведомствами и со всеми подразделениями на фронте. И вкратце сейчас пробегусь по проектам, которые мы успели реализовать. И вы из названия этих проектов просто поймете, почему я сейчас буду рассуждать об этих проблемах, да. Что мы успели, в чем непосредственно я успела поучаствовать и внести свой прямой вклад в развитие каких проектов, крупных, системных, я их называю, потому что мы решали системные проблемы. Мы не затыкали дыры заплатками, а пытались разработать решение, которое можно потом отмасштабировать и которое закроет целый участок проблемный для фронта. Так вот, собственно говоря, начну с того, что мы на всех уровнях попытались оказать свою помощь, начиная с фронта, где бойцы сражаются, затем, где после получения ранения это госпитали, целая система госпиталей, там отдельная большая проблема, мы там также влезли со своими системными проектами, выработали решение, отчасти внедрили, отчасти нуждаемся в государственной поддержке. Затем это прием бойцов в гражданское сообщество после того, как они стали совершенно неспособны, небоеспособны. Это лечение ПТСР,
это реабилитация, прохождение реабилитации и, собственно говоря, конечно, повторная социализация этих бойцов в обществе, потому как им требуются рабочие места и заработок. И эта система тоже до сих пор не отлажена. В общем, на всех этих уровнях мы реализовывали проекты. Первым большим проектом был проект, который назывался «Народная радиосвязь», когда стало понятно, что нет элементарной связи между подразделениями, когда они зашли и застряли там на Украине. Я непосредственно участвовала в том, что мы помогли раздобыть деньги на масштабирование производства средств радиосвязи для одного из наших отечественных производителей, решение которого показали наивысшую работоспособность в условиях очень мощного РЭП-подавления. Мы эти деньги нашли, и сейчас это производство масштабируется. В течение полугода-года фронт начнет насыщаться этими решениями. Затем, поскольку в моих руках есть большая возможность получать живую обратную связь с фронта, мы, соответственно, стали создавать вот эти решения из того, что было, да, для контуров управления артиллерийским огнем. И мы ребятам поставляли, артиллеристам со всего фронта. У нас есть тайное скрытое сообщество, где офицеры практически со всего фронта, офицеры артиллерии общаются между собой, формулируют проблемы. Мы оттуда эти проблемы брали, помогали ребятам, искали деньги, поставляли туда необходимое оборудование. И в боевых условиях парни тестировали и создали контур управления артиллерийским огнем, то бишь доразведка целей и корректировка артиллерийского огня. Затем, понятное дело, в самом начале СВО мы быстро кинулись разрабатывать коллекции зимней одежды, когда парни мерзли, и к осени уже вошли. Ну да, это тоже был системный проект. Мы нашли поставщиков, поставили функциональные задания, и разработали эти коллекции, нашли деньги. И, в общем, стали в отряды поставлять эту зимнюю одежду, чтобы парни не мерзли, сделали довольно много. Вот. Для меня это смешной проект, потому что мы помогли вернуть запертые на замок снайперские винтовки, которые вышли уже из обихода, в то время как снайперов, которых нужно было готовить в большом количестве довольно быстро для фронта, не на чем было обучать. То есть снайпера действующие довольно быстро выбывали, потому что разведка противника тогда работала лучше, их быстро выбивали, а новых не было, учить было не на чем. И мы, собственно говоря, пользуясь связями, нетворкингом Ассоциации ветеранов «Альфа», прошли все необходимые уровни согласования и вернули эти винтовки со складов вместе с боеприпасами, что значительно ускорило подготовку новых снайперов для фронта. Затем я помогала ребятам в создании систем искусственного интеллекта. Это распознавание целей, расположенных на борту дронов, с воздуха, соответственно, да, я поставляла туда большие объемы данных, на которых обучались нейросетки. То есть я соединила вот эти между собой все системы, с фронтом убрали данные, поставляли ребятам-программистам, они на этих данных тренировали свои системы. Собственно, помогали ребятам тестировать решение, которое сейчас уже широко будет внедряться. Это система искусственного интеллекта, которая доводит дрон с высокой точностью и обеспечивает его попадание в цель. Не могу не спросить, а сколько метров сейчас, так сказать, дистанция включения доводчика? Слушайте, было от 500 до 280. Там все зависит от того, когда оператор захватит. Вот. Значит, что еще помогали производителям? Дорабатывать FPV-дроны. Предоставляли, искали им полигоны и на фронте просили подразделения потестировать, обеспечили мощную обратную связь. И, собственно, в самом начале войны, да, помогали дорабатывать, да и сейчас помогаем, коммерческие дроны под разные задачи. Вот. Из теперешних, это все старые проекты, которые мы реализовали. Для госпиталей мы организовали производство специальной одежды для бойцов, причем системное, большое, конвейерное, для бойцов, у них же всех очень сложные ранения в наших центральных госпиталях, и они со сложными конструкциями лежат и поступают голые в госпиталя. И мы, в общем, наладили производство этой одежды для того, чтобы парни не были раздетыми. Плюс мы снабжали их одеждой на выходе и необходимыми там сумками, с самым необходимым для того, чтобы боец мог доехать до дома. Плюс его транспортировку поначалу обеспечивали. Сейчас уже и РЖД, и авиакомпании хорошо в это дело включились, и, в общем, таких проблем нет. Поначалу было, мы этих бойцов таскали на себе, и, в общем, поняли, что это масштабная большая проблема, и это тоже все организовали. Вот, сейчас такие в работе большие проекты, как, например, обучение АСИНТу представителей
многих всяких ведомств и спецназа для того, чтобы на их базе, там, где они дислоцируются, можно было открывать собственные разведцентры. Для тех, кто не знает, АСИНТ – это разведка по открытым источникам. Проще говоря, разбор данных из открытых источников, mm-hmm. Да, разведка цели с помощью АСИНТа. Ну и, собственно говоря, мы и создали несколько таких подразделений на фронте, чем помогли, собственно, доразведывать эти цели и ускорили процесс их поражения. Вот. Один из больших таких интересных системных проектов – это разработка большого беспилотника малой бомбардировочной авиации, который предположительно сейчас будет работать в Африке. Это очень интересный проект. Он требует средств, но он уже в высокой степени готовности, очень интересный. Очень интересный большой системный государственный проект. Он будет очень долго продвигаться, но мы непосредственно сейчас принимаем участие в его продвижении. Это система быстрых проверок на полиграфе, на транспортных узлах и местах контроля пассажирских потоков для того, чтобы контролировать входящие миграционные потоки в страну с целью быстрого отсечения потенциальных террористов. Ну, там многослойная очень проверка, очень интересная система, она очень долго внедряется, то есть в целом горизонт внедрения там от 2 до 5 лет. Требует большого количества согласований, изменений законодательства, но опираясь на наш нетворкинг, в общем, этот процесс запущен, и я думаю, что он будет реализован. Плюс мы создаем приложение для раннего аварийного оповещения бойцов о том, что они находятся в прицеле, и скоро состоится арт-удар. То есть по ним прилетит скоро. Есть такие источники, которые поставляют эти данные в штабы, и, собственно говоря, мы со штабами сейчас работаем с тем, чтобы эти данные было легко визуализировать. Мне говорят, что у нас мне говорят, что у нас там тайминг, а мы как бы все еще... Проекты, да, ну хорошо. В общем, я вкратце рассказала, да, почему я знаю об этих проблемах, откуда. Да, и мы с коллегами быстро решили подытожить и сформулировать проблемы, которые есть на нашей стороне, зная, что у противника, в общем, все это лучше решено и организовано, да. То есть, куда? Ага. Да, соответственно, мы до сих пор не понимаем, у нас нет функциональных заданий, технических заданий от государства, да, от Министерства обороны, от ведомства и так далее. Каждый разработает свое решение, исходя из своих представлений о прекрасном, да, в лучшем случае, а вообще в среднем происходит так. Нам надо срочно, вот такой происходит сигнал с фронта, и мы бежим, начинаем искать поставщиков, которые пытаются предложить какие-то решения. У меня был апофеоз точности постановки ТЗ. Мне прислали вот это, но это вот что-то не то, а ты можешь вот сделать что-то другое? Что-то другое, да. В целом так это выглядит. Цитирую. Вот, соответственно, нет никакого органа, который бы координировал разные все эти независимые команды, и каждый раз... Каждый участник рынка мониторит рынок заново, пытаясь понять, насколько он изменился. Это очень трудоемкая работа, это очень сильно замедляет процесс. Вот. Соответственно, если Министерство обороны и ставит централизованные задачи, например, на ГУИРе, да, то не всегда может донести до этих команд, до всех команд, которые есть на рынке, что именно и как надо и куда. И не собирает обратную связь. А если и собирает, то очень медленно и, в общем, достаточно неэффективно. Вот. Из-за этого многократно переиспользуется ресурс, потому что в каждом соседнем гараже производится каждое одно и то же, как вы говорили, да, 15 команд только по производству этих детекторов. Это же очень большой перерасход ресурса, когда его можно было бы... А с другой стороны, конкуренция? Ну, в целом, да, но... В том же артиллерийском софте, вот, да, вот сколько программ, которые как бы... Ну, на самом деле, когда требуется быстро поставить помощь на фронт, это очень сильно мешает, чем помогает. Вот, соответственно, когда, вот я лично свидетель многократный в этих системных проектах, без конца происходит одно и то же, то есть независимые команды пытаются объединить свои ресурсы, потом начинают конфликтовать из-за того, что начинают делить ресурс, поступающий на исполнение этой задачи. Капитализм рулит, все разругиваются в результате, дело стоит на паузу, в лучшем случае, в худшем оно просто погибает. Ну да, мы видели осенью, да, как эпически разругались производители ударных FPV-дронов после того, как, Я была свидетелем, да. Я бегала между ними, как это, соединительная ткань, и пыталась просить их, чтобы они все-таки продолжили разговаривать между собой хотя бы. Вот. Ну и, соответственно, у нас беда в том, что нет никаких стандартов совершенно. Да? И как только возникает спрос на что-то, каждый начинает лепить кто во что горазд. Давайте следующий. Так. Наоборот. О!
Соответственно, у меня есть данные, да, мы изучали этот рынок, и у меня от разных коллег, у меня есть коллеги в сфере IT, есть всякие там разведки, АСИНТ и так далее. То есть мы примерно представляем, как у противника это функционирует. Вот. У них достаточно эффективная система народного ДВПК. Они отказались от вот инноваций с Министерством обороны, понимая, как все это медленно, тяжеловесно, они ушли от этой системы. Они создали систему сбора всей этой информации, связанной с народным ВПК, да, то есть специальный фонд, в который поступают средства от государства и решения снизу, и в котором происходит перераспределение этих средств, да. За счет этого что происходит? У них их решения разрабатываемые в разы дешевле, да, и очень небольшая дистанция на внедрение. У нас все происходит с точностью да наоборот. Мы, вот пример приведу, да, пожалуйста, на фронте. Все небо кишмя кишит беспилотниками, ЗУТ стоит бесконечный, круглосуточный. У меня в это время вопли о помощи. Юля, срочно нужны дроны, срочно много, срочно везде, отовсюду, во все подразделения. С этой стороны производители этих дронов, FPV-дронов, закупщики из Китая говорят: Юля, помоги, у меня склад затарен, тысячи дронов таких, помоги мне скорее их сбыть, не могу, ничего не знаю, что сделать. И я стою между ними и понимаю, что вот они дроны, вот они бойцы, вот вражеские над головой летают, вижу, сколько бойцов гибнет ежедневно, и по-прежнему до сих пор эта проблема имеет место быть. В общем, это очень больной вопрос. Ну, здесь единственное, я бы вот пока этот слайд не ушел, я бы добавил, что, так сказать, кому интересно, гляньте интервью Марии Берлинской с Сергеем Флешем, это два таких известных украинских волонтера, значит, этих активистов гаражного ВПК, вот там, значит, все то же самое, только наоборот сказано, что вот, вот у русских все работает круто, а у нас, у несчастных хохлов, вот, значит, все работает на перекосяк. То есть, ну, вот я сомневалась, пока стоит слайд или нет, потому что в целом можно предложение сформулировать, исходя из проблематики. Все сказано как здесь, только в обратную сторону. В этом смысле мы, конечно, воюем с зеркалом. Но что действительно у хохлов круто, вот, не могу не заметить, это то, что у них этими всеми инновациями занимается не Минобороны. Минобороны занимается тем, что ездит по западным столицам и выклянчивает танки и ракеты, значит, всем составом. А вот именно разработками перспективными, технологическими, вот этим венчуром военным занимается Минцифры, такой Миша Федоров, вот, известный очень в прошлом айтишник, причем известный даже больше у нас, чем там, вот, сейчас он целый вице-премьер, был министром цифры, вот, то есть они все это завели на Минцифры. И там, соответственно, вот эта система, система военных акселераторов, у которых очень короткий цикл внедрения. То есть, если что-то подтвердило свою боевую эффективность, очень быстро включается рычаг масштабирования. То есть, у нас наша основная проблема действительно в том, что у нас много разработок, которые, ну, кулибинных у нас в стране всегда много. Но у нас дикая проблема в том, чтобы перейти рубеж серийности. То есть, перед тем, чтобы вот сейчас вот как с этими даже детекторами, да, гигантским достижением считается, что мы их делаем там по 500 штук в месяц. Вот, а по-хорошему их нужно делать по 50 тысяч в месяц, вот, при нынешнем запросе. Но как бы вот это вот этого рычага мы не можем, и в том числе потому, как сказано на предыдущем слайде, значит, существует такая система ведомственных колодцев. Каждое подразделение работает со своими поставщиками, да, каждая структура, у каждого свой нетворкинг, да, у каждого свой этот самый, у каждого свой вход в Министерство обороны, да, выглядит как такая, вот как в древнем Китае, значит, школы боевых искусств, школа пьяной обезьяны, школа танцующего леопарда, значит, чье кунг-фу лучше, никто не знает, нет никакого места, где они могут сравнить, но у каждого есть гуру, и, значит, вокруг него группа адептов, уверенная, что он прав. Да, но я хотела бы нас немножко защитить, потому что я до СВО довольно долго, лет, наверное, 15 работала со своими коллегами-айтишниками на Украине. Я хочу сказать, что они действительно в некотором смысле сильнее нас, потому что в свое время американцы и европейцы зашли на этот рынок, когда была большая безработица, и начали пылесосом вытягивать все кадры с этого рынка и их обучать, и выстраивать систему менеджмента в этих компаниях. И кончилось тем, что ребята, управленцы этих местных больших команд разработчиков, бегали по улицам и буквально за шкирку хватали, я это видела лично. Ребята говорили: давай мы тебя научим, давай ты выучишь английский язык, давай ты будешь работать с нами, будешь получать большие деньги. И у них
на момент начала СВО оказалось очень много команд, хорошо структурированных, с неплохим менеджментом. Поэтому они так быстро скоординировались. Не потому, что мы такие дураки, как бы, а они просто сильнее. Нет, их годами к этому готовили. Это десятки лет этот процесс занял. Вот так, продолжаем разговор. Ну, так себе утешение. Это не утешение, наши... это некоторое оправдание для нас, но это, ну, мы должны знать врага в лицо, правда же? То есть тут не надо иллюзий питать на эту тему. Вот, соответственно, как в целом у них система выглядит, да, пожалуйста. Центральное, из центра приходит функциональное задание. Через систему оно спускается, доводится до всех участников рынка, да. Затем отбираются отдельные команды на отдельные задачи. Причем вся задача никому не видна. Она видна только постановщику задачи. Что отбирает инициативу у всех этих команд на драку. Не за что драться. Тебе там колесо произвести, тебе там запчасти и так далее. Все быстро сделали и поехали. Получили свои деньги, все счастливы. Вбрасываются деньги живые, большие, за которые требуется минимальный контроль именно на разработку тестовых образцов. Для того, чтобы быстро можно было получить решение. И у нас этого, к сожалению, нет. Да? У нас, если это есть, то это все очень медленно, долго и до сих пор не развита эта система. Вот. Затем помощь с испытаниями этих образцов. Вот это просто боль. Потому что у нас, вот я просто бегаю по ведомствам, по генералам и прошу, пожалуйста, дайте нам этот полигон для вот таких хороших ребят. Эти хорошие ребята сделали вот такое решение. Его нужно потестить. Этот полигон еще 100 лет дают. И это все в обход Министерства обороны. Если идти в Министерство обороны, там вообще годами просто этот полигон будешь получать, годами за него отчитываться. И мы уже много так решений внедрили в жизнь, но это выглядит просто по-идиотски, когда ты просто приходишь и вот буквально на коленях просишь выдать полигон. А иногда ты еще должен остаешься за этот полигон. Вот. Ну и деньги на масштабирование – это вообще просто беда. То есть вот где мне взять деньги? Найди мне деньги. Подумаешь, какой-то миллиард. Ну и правда что? Ну подумаешь, какой-то миллиард. Мне-то легко достать миллиард. Достань нам очередной миллиард. Это же очень легко, конечно. То есть у нас это просто беда. Это вот вся боль, подытоженная здесь. Это кровью, омытыми кровавыми слезами. Вот эти проблемы, которые мы, конечно, хотели бы, чтобы государство все же... как-то включилась в процесс в этом смысле. Ну, хорошим теперь. Есть, конечно, предложение, да, и что нужно сделать? Нужно создать, уйти, соответственно, да, со стороны Министерства обороны, создать такой центр в волонтерской среде, пожалуйста, из тех организаций, которые многократно подтвердили свою эффективность, да, то есть они доказали уже свою способность эти системные проекты решать и создавать. Пожалуйста, давайте выберем каких-то операторов, да, пусть они занимаются этой постановкой задачи, согласованием ее непосредственно с Министерством обороны, с Главным управлением инновационного развития при Министерстве обороны и так далее. Да. Пусть они же занимаются, да, там, разработкой, там, масштабированием, при этом им будет выделяться финансирование под какие-то там гарантии. Да. Вот, они же будут у себя содержать всю эту базу знаний, стандартов, там, конфигурации и так далее, чтобы мы не бегали всегда по рынку без конца и не пытались понять, а что нового появилось за последний месяц, ой, да вы что, а я тут все прозевал опять в который раз. Да. Вот, они же будут обеспечивать поддержку испытаний. Соответственно, им уже более охотно будут выдавать разрешения на полетные зоны, на полигоны. Полигоны такие, полигоны-сякие, на боевые испытания и так далее. Вот. И, соответственно, они смогут под собой объединять эти независимые команды. Вот. Кроме предложений, конечно, у нас есть ресурсы, которыми мы можем поделиться. Мы... Ой. У меня этого слайда нет, простите, я не успела. Бегом просто в последний момент. Ресурсы, которыми мы можем поделиться. Да, во-первых, в моих руках, в наших руках есть фонд «Антитеррор». Его основатели ФСБ и ФСО, да, и этот фонд может выступать гарантом коммерческим средствам на целевое использование. То есть он непосредственно, мы через него уже реализовали несколько системных проектов. Нам его выдали под наш проект, под помощь спецназу. Он в моих непосредственно руках, то есть... Его президент выдал полномочия пользоваться им на полную программу. Это первое. Второе, конечно, это информационная поддержка на всех площадках медиагруппы «Спецназ России». Они сейчас не очень большие аудитории, но за счет партнерской связи с партнерами у нас очень много кросс-проектов со СМИ, и их мощностями можно тоже пользоваться для того, чтобы информационно оказать поддержку нашему народному гражданину ВПК. Спасибо, да. Мне дико интересно, вот мне лично, но у нас просто еще 2 доклада и жмет время. Последнее. Нетворкинг Ассоциации ветеранов, с помощью которого мы соединили все это согласование, да, ну и непосредственно участие в переговорах, потому что, как оказалось, это большая проблема. Люди не умеют разговаривать между собой. Спасибо за внимание. Не, ну... Надо.
Ну, эта инициатива должна исходить сверху, от государства, конечно. Мы, нет, мы можем выйти с инициативы, но нам ее должны помочь, нам ее нужно поддержать. В нашей системе это должен быть Минпром, по идее. Вот, если так смотреть организационно. То есть не ИМО. ИМО должно создать структуру, которая ОТК, ну, типа в ГУИРе говорит, да, вот это круто, делаем. И после этого как бы... Ну, делаем, берем, да, разрешаем, раздали. Да, использовать и так вот, далее. Ну, слушайте, еще раз, два доклада. Я очень прошу, давайте в частном порядке. Я останусь просто, и потом визиткой можно меняться и пообщаться. Вот. Отвечу на все ваши вопросы после. Вот, значит, дальше я бы хотел пригласить... Кристину Гладышеву, ну, как бы для меня вот Технофронт это в первую очередь хвостовики. То есть с того момента, там много чем занимается, но вот для меня, как для человека, так сказать, который вот следил со стороны, в общем, это повелители 3D-принтеров. То есть люди, которые, так сказать, в очень короткий срок закрыли потребность гигантского количества просто подразделений в нужной периферии для дронов. Вот, причем сделав это вот на коленке, быстро, много, качественно и, так сказать, заслужив репутацию. Да, Кристина. Начну доклад с того, как я сама стала волонтером. В начале СВО, как и многие, я искала дополнительную информацию о том, что происходит. И этим кладезем стал Телеграм, и в частности Телеграм-канал «Операция З» военкоры «Русской весны». Упорными просьбами дать мне возможность помочь хоть чем-то, меня сделали модератором чата. Чуть позднее стала вникать в гуманитарную помощь, уже оказываем на тот момент каналом. И стала заниматься общей логистикой по стране, потом подключился уже Китай, и сформировался мой ориентир на БПЛА, тепловизоры, коллиматоры и все связанное с этой тематикой, чем я на канале и занимаюсь по сей день. Враг в то время начал уже активно использовать системы сброса боеприпасов. С нашей стороны это было не так развито, только начал формироваться первый пласт операторов БПЛА. Но уже в интернете были первые модели хвостовиков, в том числе выложенные врагом. Подключив к процессу знакомых с 3D-принтерами, мы начали закрывать какое-то еще редкое на тот момент количество запросов к каналу военкоры. Спустя уже какое-то время этих сил стало не хватать, и мы бросили клич на канале с призывом владельцам 3D-принтеров присоединиться для помощи фронту. Отозвалась первая группа энтузиастов, позднее я их объединила в один закрытый чат, и это стало предшественником будущего технофронта «Русской весны». Сарафанным радио к нам добавлялись уже новые участники, расширялись возможности. Я предложила создать свой канал с презентационным видео с результатами работы за эти месяцы, чтобы уже мы могли охватить гораздо большее количество заявок бойцов, уже обращаясь к нам помимо военкоров и напрямую. Вот это было первое наше презентационное видео, то есть это то, что мы делали до того, как мы еще стали полноценным технофронтом. К тому моменту у нас было всего несколько десятков человек, сейчас нас уже в разы больше. Наши изделия применяются от Купянского до Херсонского направления спецназом, артиллеристами, разведчиками, штурмовиками, саперами. В условиях фактически отсутствия по сей день штатных боеприпасов для сброса с дрона, которые были осенью анонсированы Минобороны, мы, как и многие другие волонтерские группы, передаем на фронт хвостовики на различные боеприпасы, улучшающие их стабилизацию, так как все эти боеприпасы, разработанные в 60-х годах, для этого не предназначены. К ним же, естественно, изготавливаем и системы сброса на разные модели дронов, Мавики, Аутель, Юка, промышленные дроны. В настоящий момент наши ребята моделируют сброс на 8 боеприпасов. Нашей визиткой являются
как мы их называем, мини-ФАБ-500. Это корпуса для будущего снаряда самодельного взрывчатым и поражающим элементом, которые являются весомым дополнением к имеющемуся количеству боеприпасов для дронов. Поражающий элемент, кстати, мы тоже предоставляем бойцам сами. Для ориентирования и наведения боевых орудий в ночное время мы изготавливаем подсветки, маяки на бусоле самоходных артиллерийских установок и минометы, устройства для снаряжения магазина, рукоятки для пулеметов, кейсы для хранения противошоковых, обезболивающих, детонаторов, саперные щупы, диэлектрики для поиска взрывоопасных предметов, мин в условиях контакта с взрывным устройством, реагирующим на металл. Но это уже не 3D-печать, это обточенный стеклопластиковый прут и эпоксидная смола, мраморная крошка в рукоятке. Отдельные линии являются у нас изделия из металла, мортирки на АК-74, переходники на РПГ-7 и саперные кошки. Первое позволяет делать выстрел гранатой. Второй соединяет ручной гранатомет с несвойственным для него боеприпасом, это 82-миллиметровой миной, то есть более тяжелым снарядом, а также позволяет нашим бойцам быть мобильными и не таскать за собой миномет. Саперная кошка для проверки на предмет минирования предметов, оставленных на позициях, снятие растяжек. В связи с высоким спросом на переходники и кошки, нами вовлечены в процесс несколько цехов, которым переданы чертежи, и которые помимо своего основного производства обеспечивают запросы бойцов к нам, получается. Один цех у нас реализовал нестандартный запрос по нашим замерам. Это бронированные стекла для тигров, для бригад спецназа. В настоящий момент они повторяют свой подвиг. Все наши изделия приведены к единому стандарту, чтобы бойцы, которые обращаются повторно, могли получить на складе ровно те же изделия, которые они получали в прошлый раз, несмотря на то, что они могут быть сделаны другим волонтером. Мы открыты новому, выполняем заявки бойцов на разные комплектующие, в частности, это дроны. Недавно участвовали в процессе создания гарнитуры к штатным рациям «Азарт» по запросу танкистов, а также изготавливали корпуса выносов для лаборатории «Гагаринг». Мониторим вражеские каналы, отечественные по тематикам БПЛА, РЭП. Рассылаем, собственно, бойцам, которые у нас на связи, всю эту информацию, сравниваем, делаем какие-то свои таблицы внутренние для понимания, что лучше, тестируем вместе. Все изготовленное передается бойцам бесплатно, в порядке очереди, по заявкам на территории СВО. В том числе мной, когда я езжу, собственно говоря, на Донбасс, в связи с чем по всем изменениям мы получаем обратную связь от бойцов в кратчайшие сроки. В этом, наверное, первое отличие таких волонтерских объединений, как наше, от, соответственно, предприятий, работающих на оборонзаказ. При наличии просьбы от бойцов о доработке изделий исполнитель сразу же приступает к устранению недостатков. Одновременно это также является стимулом для наших волонтеров. Они видят то, что они передали в руках бойцов. Второе отличие – это полное отсутствие бюрократии и максимально короткий срок от заявки напрямую бойца до получения на руки. Я, как бывший госслужащий системы правоохранительных органов, знаю, что такое бюрократия. Единственная причина отказа – это просьба передать вне территории СВО. Это также связано с тем, что недобросовестные граждане не воспользовались бесплатным трудом волонтеров и не стали продавать это, соответственно, нашим же военным. Это есть уже и на Озон, и на Авито, и где только нет. Причем цены в разы превышают затраченные материалы. На полях Народный фронт сделал специальную службу безопасности, которая занимается тем, что выявляет тех, кто торгует тем, что волонтеры ОНФовские поставляют бесплатно и, так сказать, присылают к ним докторов. Вот, это вот так к вопросу о проблеме. Третье отличие. Мы никакие заявки не ставим приоритетнее других. Часто у нас просят
заплатить за системы сброса, например, чтобы не ждать очередности. Но наша позиция принципиальная, у нас все равны. Единственное исключение, если подразделение уходит там на отдых или доукомплектование, то в случае на сложные изделия мы тормозим эту заявку и переходим к той, которая сейчас нужнее на текущий момент. Бойцы это все понимают, собственно, никто ничего не имеет против. Также у нас есть верхний потолок количества по заявкам на сложные изделия, чтобы, ну, аналогично не замораживался процесс для помощи другим бойцам. Вот, наверное, общая суть народного ВПК. Волонтеры оперативнее реагируют на изменяющуюся обстановку на фронте, легко подстраиваются под нужды бойцов, гораздо глубже погружены, потому что они имеют связь с ними напрямую с разных участков фронта. Не нужно ничего согласовывать, помощь оказывается здесь и сейчас. Волонтеры уже достаточно длительный период времени убеждены, что сейчас одно из самых важных – это дроны, все, что связано с гаджетами для их работы, усиления их работы, и РЭП. Существует наше объединение исключительно за счет собственных средств на неравнодушие. Мы не арендуем помещения, например, 3D-принтеры, которых у нас на текущий момент уже более 100, стоят в квартирах, офисах, гаражах. Там же все и собирается. Мы не НКО, не юридическое лицо. Существуем обособленно от канала военкоры. И сбор средств мы никакой не ведем. Из трудностей на текущий момент для волонтеров, ну и, наверное, для всех гуманитарщиков с СВО, это высокие цены отправления посылок по стране, потому что часто коробка с напечатанными хвостовиками отправлена, там одна катушка, например, из нее можно сделать 150 хвостовиков, это 800 рублей. Вот. И цена этой отправки будет уже равна 800 рублям. Если бы была возможность, и кто-то бы шел навстречу со скидками, например, на какой-то один адрес получателя или отправителя, потому что, ну, одно дело, когда ты зарегистрирован как-то, а другое дело, когда мы просто неравнодушные граждане, скажем так. У нас нет этих возможностей для преференций. Еще одной трудностью является невозможность перейти к более сложному оборудованию из-за дороговизны комплектующих, невозможности начать или продолжить реализацию. У нас есть инженеры, у нас есть гениальные операторы на связи, вот, с которыми мы взаимодействуем. Идеи, чертежи, даже прототипы FPV-дронов, усилителей сигнала, пламегасителей. Но без финансовой поддержки на комплектующие, чтобы это бесплатно передавать на фронт, у нас нет возможности продолжать этот процесс. Основная трудность – это затраты на материалы, потому что часть комплектующих у нас закупается в Китае для экономии. Вот, например, сервомоторы, платы там стоят в 2-3 более раз дешевле, чем в России. Однако Федеральная таможенная служба России у нас с 1 апреля сделала подарок всем волонтерам и гуманитарщикам и изменила льготную сумму беспошлинного ввоза с 1000 до 200 евро. Вот. Это решение сильно ударит по данной категории помощников. Вот, потому что когда у тебя есть небольшой бюджет, и необходимо в него уложиться и купить максимум, вот там, до 100 тысяч рублей, например, то нужно будет рассчитывать на плюс 13% от суммы. Вот, по итогу все это отзовется, естественно, на бойцах. Им будет оказана помощь меньше. Вот. Кроме того, кроме как вредительством для нашей страны, особенно во время СВО, по-другому не назвать. Особенно с учетом того, что сейчас ударная сила – это FPV-дроны. На третьем году они до сих пор собираются в большинстве своем простым народом и передаются волонтерами. Вот. А все комплектующие, ну не все, но весомая часть комплектующих закупается в Китае. И по какой-то причине Министерство обороны до сих пор не осознает важность и ценность, необходимость в массовом производстве. Да нет, все равно осознает. Подождите, там история простая. Как бы такие
большие структуры просто любят работать с самоштабными себе сущностями. Им нужно, чтобы условный Калашников сказал, я закрою потребности МОВа в певедронах в количестве 100 тысяч штук. Вот, это и они вот, но при этом производители, естественно, все отпрыгивают. Ну, вот от такой постановки. Поэтому, значит, по факту Абрамсы жгут упырями, которые делаются в гараже в Екатеринбурге такими же волонтерами, как и вы. Ну, так, вероятно, и продолжим, так, вероятно, и победим, как говорится. Вот. Как-то так. Как-то так, да. Ну и, соответственно, хотелось бы мне, конечно, закончить свой доклад словами Владлена Татарского о том, что эта война войдет в историю как война волонтеров, когда частная инициатива решала вопросы от добровольцев и до обеспечения войск. Спасибо. Да. Ну вот вы видели пример того, как, собственно, по сути, из чата в телеграм-канале вырос целый производственный холдинг, организованный, причем в таком оригинальном жанре распределенной мануфактуры, как в позднее средневековье. Вот. Значит, но, тем не менее, вот последний из заявленных сегодня докладчиков, значит, я с... особенно рад как бы его вам представить, вот, потому что ну, вот, то, чем он занимается, очень тесно коррелирует с моим собственным вот, как это, опытом участия в помощи фронту, потому что ну, вот, мы начали с поставок дронов, когда возникла в них необходимость. Ну, я там сначала все свои из дома просто, еще в феврале 22-го отдал сразу. Вот. Потом начал с друзей собирать, потом начал деньги на них собирать. Там, ну, значит, но мы очень быстро поняли, что эти дроны, которые мы покупаем и везем, там каждый третий из них не переживает первого полета. Причем не потому, что враги, а потому, что летать не умеют, потому что бьют их об заборы, столбы, деревья, вышки, значит, все что угодно. Вот. И стало ясно, что проблема не столько в дефиците дронов, хотя и это тоже, а в дефиците операторов. И мы начали учить. Учили всех. Учили там, артиллеристов, танкистов, морпехов, десантников, беркутов. Всех. И вот, в какой-то момент, собственно, из дронниц это выросло. Из того, что мы с Любимовым, с КЦПН поняли, что захлебываемся от потока заявок от командиров. И было принято политическое решение перестать учить бойцов в какой-то момент и начать учить инструкторов. Вот, то есть, как это, следующая итерация. И я хочу сказать, что вот подготовка кадров, причем не в смысле вот там большого серьезного там обучения, как диплом получить, а вот именно вот курсовая подготовка, да, в режиме курса молодого бойца, это важнейшая отрасль, и это индустрия, в которой есть... Да, своя серийность, свои стандарты, своя механика, своя экономика, свои сложности. И вот, собственно, Александр Раевский, он занимается чем? Он занимается тем, что организует курсы по первой медицинской помощи. Просто первой помощи. Вот, ну, дайте я все, значит, сами о себе лучше расскажите. Вот, очень-очень важная история. Вот, при том, что, вот, еще раз, мы вроде как про производство. Это тоже про производство, но про производство компетенции в головах у людей, являющихся критическим фактором победы, кстати. Коллеги, всем здравствуйте, зовут меня Александр Раевский. А можно попросить презентацию включить? И пока ее включают, я хочу вам задать такой вопрос. У вас сегодняшний вечер распланирован? Ну, давайте, живее, просыпайтесь. Распланирован вечер? А завтрашний день? Вы сегодня, когда собирались сюда на форум, завтракали со своими близкими, надеюсь? Планируете вечером встретиться? К сожалению, я вам скажу сейчас такие вещи, которые очень важны именно с позиции вот того, что написано у меня за спиной, «Надежный тыл, успех на фронте», и кадры решают все, и человеческая жизнь – это приоритет, это должно быть национальным проектом нашей страны, это необходимость и это выживание нашей страны в любых условиях. Поднимите, пожалуйста, руки, кто умеет оказывать первую помощь. Лес рук. Из тех, кто
поднял руки. Поднимите, пожалуйста, теперь руки те, у кого есть с собой аптечка первой помощи. Можно я пожму руку? Я тоже с Петербурга приехал с полностью укомплектованной аптечкой первой помощи. И Дмитрий точно так же. Внезапная остановка сердца, внезапная сердечная смерть происходит абсолютно в любом возрасте. У абсолютно здорового человека 70% этих остановок сердца еще не изучены. От новорожденного до глубоко пожилого человека, представьте себе, который ничем не болеет, без травмы, без внешнего воздействия, внезапная сердечная смерть в любой момент. А гибель коры головного мозга, то бишь нашей с вами личности, происходит в течение 3-5 минут без начала базовой сердечно-легочной реанимации, простейшего комплекса реанимационных мероприятий, не требующих медицинских знаний, обучения на спасателя в медицинском колледже или вузе. Просто давить на грудную клетку с определенным ритмом до прибытия бригады скорой помощи. Среднее время прибытия бригады скорой помощи на адрес вызова от 10 минут, чисто физически. Мы еще с вами не изобрели телепорты для того, чтобы профессиональные медицинские работники со всем оборудованием оказались рядом с пострадавшим. Правду ведь говорю? Жизнь? При осколочном ранении, любом резаном ранении магистрального сосуда, к примеру, плечевая артерия или бедренная артерия, скорость кровопотери такова, что через 1,5 минуты вы теряете сознание. У вас есть 1,5 минуты на то, чтобы оказать себе первую помощь, наложить себе жгут для того, чтобы произвести временную остановку кровотечения. Через 5 минут ваше сердце останавливается от кровопотери, потому что пустому сердцу трудно биться. Ни одна бригада скорой помощи за эти 5 минут не успеет оказаться в вашей квартире рядом с вами. Правильно? Это так. Пару слов о мотивации. Надежный тыл, успех на фронте. И кадры решают все. Человеческая жизнь важна. И спасение начинается с того человека, который сидит рядом с вами. Не дай бог, вот произойдет сейчас внезапная сердечная смерть, лопнет это стекло, прилетит осколком в кого-то. Ваша жизнь будет в руках вашего соседа. Когда началась специальная военная операция, кратко об общественном движении «Легион», 10 лет назад мы самоорганизовались из небезразличных идейных сотрудников скорой помощи, сотрудников стационаров, сотрудников пожарно-спасательных формирований. И начали отрабатывать взаимодействие путем обучения первой помощи и формирование различных симуляционных ситуаций для отработки этих навыков. И в целом это было направлено на отработку взаимодействия служб. В эту команду начали входить потихоньку студенты-медики, студенты-спасатели, заинтересованные люди, которые занимались на уровне волонтерства поиском пропавших без вести. Таким образом, в течение 10 лет мы развивались, придумали соревнования «Большой симулятор», которые ежегодно проходили в городе Санкт-Петербург, съезжались со многих регионов. Замотивированная, скажем так, профессиональная группа. Когда мы начали заниматься активным волонтерством по решению различных мультидисциплинарных вопросов, это было начало пандемии. И в начале пандемии мы, проанализировав ситуацию, создав мультидисциплинарную группу, начали заниматься волонтерством, созданием СИС и 3D-печать, найдя методом вертикальных связей, то есть, именно горизонтальных связей. Когда вертикаль не работает, а работает горизонт и принцип 6 рукопожатий. 3D-мейкеры на тот момент, которые были разрознены, мы достали от итальянцев чертежи специальных переходников на вирусно-бактериальные фильтры, потому что, в принципе, пандемия начиналась точно так же, как началась СВО. Все понимали, что это страшно. Кто-то не верил, считал, что это простой грипп. Кто-то вообще следил за этим в телефонах мобильников, там в новостных каналах, и это как-то не касалось никого.
когда объявляли локдауны, люди ломились на шашлыки, в строймаркеты, выходя с дежурства, будучи на тот момент реаниматологом на скорой помощи. Ты выходишь с дежурства, ты выходишь из ада, из смерти, там, где ты людей вытаскиваешь с того света с сатурацией 3 и 4. Я вообще не думал, что такое возможно, что у человека сатурация 3 и 4. Все же теперь знают, что такое сатурация, правильно? А человек с тобой еще разговаривает. И тут ты видишь, как стоят дикие очереди, нос в затылок, у всех ремонт начался, локдаун же объявили, выходные там и прочее. Ты говоришь, люди, вы что тут делаете? Ты приехал покупать хоть какой-то фильтр, хоть какую-то тряпку на лицо, потому что ну вот, в самом начале не было ничего. Приехал покупать распылители для того, чтобы обрабатывать салон санитарного автомобиля жидкостями, санитайзерами там и прочее. А у людей ремонт. Вот тогда начали создаваться эти методики, которые мы потом успешно применили при решении вопросов по линии СВО. И по линии СВО, в принципе, началась та же самая паника и истерия среди населения, среди мобилизованных, среди гражданских. Никто не знал, что ожидает, люди начали получать повестки, люди поехали в военкоматы, люди начали лихорадочно собирать необходимые вещи для отправки на фронт. Опять же, это финансовая составляющая, и это панические настроения у людей, потому что они не знают, что делать, за что хвататься. И как самое главное выжить. И мы начали определяться, что в краткие сроки, бесплатно, мы должны дать людям необходимую информацию по самоспасению и оказанию взаимопомощи. Стандартный курс первой помощи, курс обучения, включает в себя 16 академических часов. У нас нету этих 16 академических часов, потому что выходят на связь люди, которые уже через сутки, через двое садятся на эшелон и уезжают в прифронтовую территорию. Соответственно, нам нужно эти массы прогнать. Мы начали разрабатывать методику экспресс-курса первой помощи, которую поддержали главный внештатный специалист по первой помощи Российской Федерации Леонид Игоревич Дежурный, главный внештатный специалист по первой помощи Северо-Западного федерального округа Андрей Иванович Махновский, главный специалист по первой помощи Санкт-Петербурга Зарипова Зульфия Абдулловна. Я изложил им идею. У нас есть записанный формат видеолекций, которые доступны для просмотра на любом гаджете. Мы ставим критерии, что люди просматривают эту информацию и приходят к нам на 4-часовой практический курс. Таким образом мы теорию закрепим практикой. В минимальном объеме дадим жизненно важные знания и навыки, чтобы люди могли уже дальше либо те, кто остаются в тылу, пройти этот курс по линии первой помощи действия в чрезвычайных ситуациях, и как мы тогда предполагали, к сожалению, мы это в дальнейшем увидели, диверсионно-разведывательные группы начали работать, начали производиться диверсии, и, к сожалению, ужасные теракты, которые еще больше показали, насколько важно здесь и сейчас уметь себя спасти. С помощью социальных сетей мы распространили эту информацию о том, что мы проводим данный курс. К нам присоединилось больше 35 инструкторов первой помощи различных организаций, но это были проверенные профессионалы, которые этим занимаются не один год. Мы создали 5 видов курсов, притом, разрабатывая курсы по первой помощи, как-то мы осознали, что, оказывается, нужно провести курсы по средствам индивидуальной бронезащиты, курсы по радиосвязи, курсы по дронам и их опасности. Дмитрий Олегович непосредственно принимал участие в создании этих курсов и проведении этих курсов. За обозначенный период, вот на данный момент, по нашей официальной статистике, через нас прошло больше 12 тысяч человек. Это бойцы спецподразделений, которые шли по курсу, ну как мы это называем, модное рекламное название «тактическая первая помощь». Ну, рекламный бренд, определенные организации хотят зарабатывать денег, и тактическая первая помощь звучит круче, поэтому и стоит дороже. Правильно? Логично? На самом деле первая помощь везде... Я вообще скажу слово «тактический» сейчас. Вот даже когда коты на передовой, которых, чтобы мышей ловить, они называются «тактический кот».
Да, который ловит тактическую мышь. Поэтому первая помощь, она везде первая помощь, и только та ситуация, в которой вы оказались, те обстоятельства, в которой вы оказались, будут регламентировать порядок ваших действий. Какая разница, красная зона, горит автомобиль, перевернутый на кольцевой при ДТП, горит квартира, или вы находитесь в зоне боевых действий, в зоне боестолкновения. Это красная зона, где оказывается минимум помощи, и происходит эвакуация в другую зону. Поэтому мы сделали именно акцент на подготовку бойцов с теми особенностями, в которых им придется оказывать самопомощь. Например, оказать себе помощь в виде наложения жгута, будучи полностью экипированным с автоматом на шее и в бронезащите, гораздо сложнее, чем в костюмчике здесь в зале. Бизнес и те партнеры, которые начали нам оказывать содействие, это было все не сразу, это было поступательно, потому что сначала нам необходимо было создать готовый продукт и технологию, который предъявить в мир. Не просто так, что мы придумали тут новое что-то, а показать хоть какие-то результаты. К нам потянулись люди, которые потихоньку создали, в принципе, ту межрегиональную команду, которая сейчас активно работает. Больше 20 площадок на территории Санкт-Петербурга. Коммуникацию мы проводили через Telegram. Закрытый канал. Нам необходимо было обеспечить безопасность группы, безопасность наших инструкторов. Поэтому в самые первые дни было принято решение, что мы не будем фотографировать, постить и рекламировать непосредственно проведение курсов. Мы не могли засветить лица наших курсантов, мы не могли подвергнуть опасности засветить лица инструкторов, потому что неизвестно, в какую группу какой курсант мог прийти под видом обычного человека и оказаться каким-либо диверсантом. И в целом, еще раз повторюсь, паранойя продлевает жизнь. Это более чем стало актуально. Поэтому мы начали использовать помимо Телеграма. В Телеграме это абсолютно закрытая частная группа, в которую можно попасть по ссылке приглашению. Эти ссылки были у правительства города, у ведомственных организаций и у наших партнеров общественное движение «Рокот», которые, соответственно, проводили еще проверки со своей стороны. Поэтому в чат попадали люди после серии проверок, а уж на занятия они приходили через систему TimePad. Наш координатор Наталья Демкович, которая занималась регистрацией. То есть была создана команда, в которой был руководитель, это я, и, соответственно, руководители всех направлений, у каждого были свои задачи, каждый с ними справлялся. Наталья разработала систему регистрации через TimePad, куда люди писали свое обращение, абсолютно никакой анонимности. Если ты хочешь скрыть свои данные, до свидания, тебе не к нам, иди куда-нибудь в другие места ищи. Эти списки формировались. Списки эти предоставлялись в силовые ведомства. Они были оповещены о том, что мы делаем, какие курсы мы проводим, на какой территории. Площадки были согласованы. И, соответственно, от силовых структур мы получили необходимый инструктаж о том, как действовать себя в случае нападения, либо в случае выявления потенциального диверсанта. Добровольцы создали диспетчерскую службу. Ну и, соответственно, как я сказал, преимущество всего этого дела. Мы дали бесплатную информацию, бесплатный навык для населения. Мы сделали анонимными наших инструкторов для того, чтобы защитить их и их семьи при любой малейшей угрозе. Мы сделали это безопасно, саму площадку. Обучающаяся группа не подвергалась опасности, вне зависимости от того, это были гражданские лица или военнослужащие. Ну и, соответственно, группы, форумы по темам мы разделили. Первая помощь, действия в чрезвычайных ситуациях для гражданского населения, взаимодействие с оперативными службами. Первая помощь в условиях боевых действий, все варианты эвакуации раненых и пострадавших, самопомощь и взаимопомощь. И, соответственно, пошли тематические группы по вопросам дронов. Дмитрий Дацков отвечал за это, за тематические фокус-группы по средствам индивидуальной бронезащиты и прочие интересные моменты.
Значит, с чем мы столкнулись из серьезного? Огромнейший поток информации. Как я вам описал, 12 тысяч человек, больше 12 тысяч человек на данный момент, вот это та группа, которая через нас прошла. Физически это тяжело. Преимущество таймпада, я думаю, что вы сами все распишете, рассмотрите, сильно расписывать не буду. Чего мы достигли неожиданно, как, скажем так, вот как сердцевина с кучей лучей солнца в разные стороны? У нас начали появляться новые горизонтальные связи. Священнослужители Русской Православной Церкви, которые пришли к нам на занятия, в дальнейшем к нам вернулись с просьбой о помощи и взаимодействии. Помимо того, что были налажены тематические курсы для прихожан, которые призывались и, соответственно, уходили с территории этих церквей, также мы наладили взаимодействие по линии гуманитарной помощи, которую направляем на Донбасс, и на сей момент все это работает. Это и помощь нашим подразделениям, у нас довольно-таки много коллег-медиков и пожарных, которые там служат сейчас, оказывают помощь, спасают. У нас есть возможность с ними обратной связи, у нас есть возможность помочь им гуманитаркой. Ну и, соответственно, решать общие вопросы и задачи. Мы начали заниматься и растить молодое поколение, потому что если мы не начнем правильно, грамотно воспитывать молодое поколение, то это путь в никуда. Соответственно, патриотическое воспитание, как вы видите, кадетские классы МЧС, которые усиленно проходят подготовку, занятия с прихожанами, занятия с профессиональными группами. Нас поддержали депутаты Госдумы, нас поддержал Народный фронт в этой инициативе. О проекте было доложено министру МЧС, который дал максимально высокую оценку всему сделанному. Соответственно, наши инструкторы по мере возможности выезжают на передовую и обучают подразделения, которые находятся непосредственно на линии боевого столкновения. Мы очень всегда переживаем, когда такая группа у нас формируется, но уже по-другому мы не можем, и подразделение приходит с боевого выхода, немножко отдыхает и начинает заниматься изучением первой помощи. И на самом деле это дает эффект, самый главный эффект, это когда наши воины, мужчины и женщины, возвращаются с передовой, во-первых, живыми, а совсем тепло на сердце, когда они говорят: ребята, спасибо вам именно за эти знания и навыки, потому что благодаря им удалось выжить самим и вытащить еще энное количество человек оттуда. Ну и, соответственно, в процессе формирования и развития этого курса наши друзья, коллеги и партнеры, которые различными способами нас поддержали, начиная от хоть какого-то финансирования, потому что, еще раз повторюсь, все то, что я вам сейчас рассказал, происходило на абсолютно безвозмездной основе. То бишь с людей, которые приходили к нам на курсы, мы не взяли ни копейки. Но сегодня коллеги все рассказали, что ну вот просто так у нас не бывает ничего. Бинт стоит денег. Жгут стоит денег. Жгут проживет чуть дольше, чем бинт, но жгут эсмарха рвется уже на пятый раз растягивания. Поэтому вот нас поддержало правительство Санкт-Петербурга. Нас торопят активно завершать. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, Российское общество первой помощи и такие гиганты, как «Газпром», профсоюз «Газпрома» и профсоюз «Губтека Санкт-Петербург». Однозначно, вот из того, что я хочу сказать, это должна быть целевая программа, это должен быть национальный проект, полностью финансируемый государством. Потому что помимо того, что, вот, как я вам сказал сейчас, бытовой момент, мы все с вами сегодня с утра проснулись, поцеловали своих любимых, и мы планируем вечером с ними увидеться, как минимум услышаться. Как максимум у нас распланировано еще энное количество времени вперед. В любой момент либо мы с вами, либо кто-то из них может погибнуть. Первой помощью должен владеть каждый, для того, чтобы как минимум продержать человека в состоянии не клинической смерти, а уже реанимационной жизни до прибытия бригады скорой помощи, квалифицированных медработников, которые смогут спасти дальше, довести до стационара, до высоких технологий. Вот это минимум миниморум, поэтому первая помощь должна быть национальным проектом. Все это должно финансироваться государством, и государство должно понимать,
не просто жизнь, а в рамках государства, в рамках макроэкономики, государство теряет налогоплательщиков, молодых профессионалов, средний возраст гибели от 30 до 60 лет. Внезапной сердечной смерти. Поэтому нам нужно развиваться дальше, нам нужно победить, и победа начинается с надежности тыла. Друзья мои, большое спасибо за внимание. Будут вопросы, я готов на них ответить. Ой, я надеялся, да, огромное спасибо, Александр, я тоже считаю, что это вот не профессия, это базовый навык, которым должен владеть каждый, в принципе, и этим отличается мир от тыла, вот, да, что в мире еще можно жить, что это профессия, а в тылу это базовый навык у всех и каждого. Вот, нас организаторы активно просят сворачиваться, потому что мы перебрали время. Вот, я рассчитывал, что у нас будет хотя бы там 10 минут на вопросы из зала и специально спросил, но мне было сказано категорическое нет, потому что потому. Вот, поэтому, значит, приходим в формат общения в кулуарах. Значит, уж извините, может быть, немножко затянули, но я считаю, что получилось важно и интересно. И вот всем докладчикам и всем присутствующим, слушающим огромное спасибо за участие.